любимые наши воспитатели, учителя, педагоги. Здравствуйте, наши любимые дети и гости сегодняшнего торжества. Еще недавно в этом зале нас, медицинских сестер, поздравляли с нашим профессиональным праздником. Мы так сильно были тронуты, и нам очень понравилось, что вы оказали нам такое внимание. И вы подумали, круглый год, в течение многих лет наши воспитатели поздравляют нас всех с праздниками. И даже свой профессиональный праздник они всегда на сцене. Вот мы и решили, что сегодня наши воспитатели займут в зрительном зале свои места. Поприветствуем их! Как вы, но мы очень старались. И наш маленький концерт откроет Татьяна Ивановна. Дорогие наши любимые воспитатели, педагоги, от всей души, от всего сердца поздравляем вас с вашим праздником. Прекрасный. Мы желаем жизни ясной, деток добрых и душевных, впечатлений ежедневных. Мы так рады, что вы есть. Вам поклон, хвала и честь. Пусть мечты все сбудутся, плохое все забудется. А веселый, звонкий смех, плюс карьерный ваш успех и душевное раздолье продлевает пусть здоровье. Мы вас очень-очень любим и поздравляем! 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 Вас лично хотела поздравить Татьяна Николаевна. Но, к сожалению, по обстоятельствам сегодня ее нет. И вот, послушайте ее поздравление. Здравствуйте, уважаемые, любимые, дорогие учителя. К сожалению, у меня не получилось присутствовать лишь лично на вашем празднике. Мы решили сделать такое видео поздравление. Вы совмещаете в себе две профессии. Воспитателя, который заботится, ухаживает, ходит, левеет ваших подопечных.